Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении. Нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Ну и коротенько еще на нервах я остановился. 5 минут назад дома сижу. Тепло, сухо, уютно. Пельмени ем. По телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того ни с сего думаю, за холодную воду им плати. За проезд подняли цену. За мусор подняли цену. Выбежал на балкон и на весь город как заору. Да пошли вы все! И прыгнул с 20-го этажа. Нашло что-то. Перестал владеть собой. Недавно совсем тоже. Подхожу к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И чего-то она, кстати, весь день ко мне, как рябина к дубу. Ну чего, взяли вина хорошего, колбасы. Она прямо глаз с меня не сводит, честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми, только дай им кого пострашнее. Это и, конечно, здорово повезло. Короче, идем ко мне, она прижалась еще, говорит, я прямо вся дрожу. Меня жаром обдало, потом тоже весь задрожал. Потом что-то ни с того ни с сего думаю, за отопление-то когда не топят, плати. За радио я не слушаю никогда, плати. За мусор дался он мне, плати. И я на всю улицу как заору, да пошли вы все. И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Но проскочил благополучно, без последствий. Нашло что-то. Так-то у меня нервы железные. На той неделе тоже в трамвае еду. Пейджер. Сообщение. Вас в Америке дядя объявился. Царствие ему небесное. Оставил вам 10 миллиардов долларов. Спрятал поскорее пейджер. Он опять. Вас в Японии тетя. Земля ей пухом. 20 миллиардов и остров в хорошем состоянии. Обрадовался, конечно, необыкновенно. Думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет в коридоре стоять, свет включать, выключать. И вдруг ни с того ни с сего думаю, а за мусор ты им плати. Без билета едешь, штраф плати. И я как заору, да пошли вы все. И на полном ходу 140 километров в час. Выпрыгнул из трамвая. Благополучно выпрыгнул без последствий. Нашло что-то. Но если сейчас с 20-го этажа упаду без последствий, схожу, покажусь врачам. Видимо, все-таки что-то с нервами.